Общественная организация «Милосердие», созданная по инициативе главы ЛНР Игоря Плотницкого, в рамках реализации гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса с 1 июня начнет оказывать помощь социально незащищенным жителям республики и проживающим на подконтрольных Киеву районах Луганщины. Об этом на брифинге в Луганском информцентре сообщил исполняющий обязанности руководителя республиканского исполкома общественного движения «Мир Луганщине» депутат Народного совета ЛНР Николай Запорожцев. Он подчеркнул, что все усилия организации сосредоточены на оказании целого ряда социально значимых услуг, в том числе материальной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. По словам депутата, на сегодняшний день в общественную организацию «Милосердие» уже поступили первые обращения с просьбой о помощи от многодетных семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов, от жителей преклонного возраста, которым необходимы дорогостоящие операции, медикаменты, лечение и реабилитация. Для получения денежной помощи необходимо предоставить документы в комиссию по электронной почте milosердие.lnr@yandex.ru или на центральное отделение почтовой связи. В красном луче это отделение номер 20 по улице Интернациональной, 26. Дополнительную информацию можно получить, обратившись по телефонам горячей линии гуманитарной программы, которую вы видите на экране.